Идти или бежать? Бежать надо будет, только как я скажу. Сначала какую-то... Так, у нас тандем. Одну ногу вперед какую-то. Ну, конечно, кроссовки. Да? Да я уже не собиралась. Корпус назад, полностью прикрепляемся. Я скажу, когда побежим, когда побежим. До этого момента стоим. Даже если показалось, что мы летим пару шагов в воздухе, страховочно. Потом, скажем, можно будет подвеску сесть. Стоп. Стоп. Поехали, пожалуйста, я проверю еще раз. Так, тут не вижу второй карабин застегнут. Не знаю. Все застегнуто. Так, где эта штука, за что держаться можно? Нет, вот это? Нет, под него. Вот сюда, да? Да. Еще раз. Так, проверим. Ноги вперед, и сейчас сразу будем 40 тысяч. Мы готовы, поехали. Ставим сопротивление. Что я полечу. Да, да. Я так родители все выходные затащил. Мы даже не ожидали. Ну, эта тема хорошая, приятная, душевная. Эмоции, воспоминания. Летают.
на ноги приземляться. А я чуть не смогла вылезть, она как-то глубоко в ней сидела. Ну ничего страшного, вы не ударили?